Где поставить ФОК? Избранный глава региона Станислав Воскресенский и глава города Владимир Шарыпов осмотрели потенциальные площадки по строительству нового спортивного комплекса. Напомним, вопрос о нехватке в Иванове площадки для занятий хоккеем и плаванием губернатор озвучил Дмитрию Медведеву. Восполнить пробелы согласился «Газпром» и включил объект в программу «Газпром детям». Работы запланированы на будущий год. Руководство города экстренно ищет землю. Первый возможный вариант – стадион «Восток» на 4-й лагерной. Место это востребованное, а потому территорию решили не трогать. Развивать то, что есть. В принципе, крытую площадку можно поставить, главное сохранить беговое поле, да. И если большой ангар построить, не обязательно. Но это другое, мы еще деньги не нашли, это мы просто смотрим. Другой участок находится на улице Третьей Комвольной за торговым комплексом «Евроленд». В ближайшие 5 лет здесь запланировано строительство нового микрорайона. Еще один вариант – большая территория, 8 гектаров, на улице Фрунзе, рядом с новым западным обходом. Местность тут заболоченная, до жилого массива далеко. Детям добираться будет неудобно. Решили остановиться на земельном участке номер 2. Там понятная перспектива жилищной застройки, там люди живут. И я так понимаю, там транспортная доступность, она полегче для семей, которые живут в городе Иваново. Поэтому давайте ориентироваться будем на тот участок. Но посмотрим все-таки еще вариант. Пока «Газпром» предлагает тот, я так понимаю, и он им ближе по технологическим параметрам, вот где мы только что были, да? Но давайте все-таки еще посмотрим в городе. Проведем инвентаризацию, доложим. Отметим, что первые дома нового микрорайона за Евролендом будут возведены уже в 2019-2020 году. Сейчас проектируется дорога, которая будет вести к будущему жилому массиву и, возможно, к ФОКу. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.